Ай, привет, друзья. Сегодня допройдем Assassin's Creed. У нас осталось буквально сами 3 миссии, поэтому надо добить все это дело. У нас еще там дополнение есть одно, но мы его, наверное, проходить не будем. Потому что, ну, я не знаю, мне кажется, дополнение в Ассасине. Ну, кроме тирании короля Вашингтона, который мне, блядь, пиздец, как понравился из третьей части. По-моему, все остальное как-то так себе. Так, давайте с вами сразу же не будем ничего здесь делать. Ну, как ничего, вот точку обзора, например, сходим. А следующим мы с Кеской будем проходить South Park. Да, Кеска? Правильно, Кеска? Вот, может быть. Даже сегодня уже начнем записывать. Главное нам сейчас ассасина сюжет добить. Ну а потом, может быть, в принципе, я пройду. Посмотрим, может, дополнение все-таки пройдем. Я просто, если честно говоря, не особо нацелен на дополнение. Сейчас мы с вами точку обзора откроем. Как жизнь? А еще, может быть, Роцки допройдем, я не знаю, я все. Мне она понравилась, просто нужно до нее добраться. Вот, поэтому сейчас пока я до нее не могу добраться. Привет, Арно, они сказали. Нифига себе. Мы тут, оказывается, такие люди-то уважаемые. Я этого не знал. У нас вообще, кстати, сейчас с вами последняя часть наступила. То есть вот две миссии здесь, а потом мы, по идее, с вами, я смотрел, должны куда-то уехать будем. Какое-то типа место. Вот. Специальное какое-то место. Сейчас Робеспьера надо грохнуть. Помните, да, из Ордена Ассасинов нас нахуй изгнали. Не нравится ассасин, что мы с тамплиерихой, так сказать, замкрутили, замутили. Это,
кому-нибудь они тут цветы таскают. Что это? Робеспьер объявил сегодня праздник верховного существа. Все чествуют гения нации и долг гражданина перед ним. Слышится что-то знакомое. Учение тамплиеров. Вольное толкование. Пожалуй, здесь нам к нему не подобраться. Лучше отступить и подождать другой возможности. Ты думаешь, как ассасин. А у меня есть план. Да? Ну и какой же? Думать, как тамплиер. Невероятно! Я думал, мы теперь рационалисты. Вот затея! Какая красота! Браво! Ура, свободе! Клянусь вам, верховное существо... А, тут люди думают, что у них свобода наступила. Ну, ну. Особенно с... Французы, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас это что такое за хуйня? А это артефакт. С артефакты были. Салют утром запускают. Это вот в честь свободы. Утром салют. Посмотрите, это же нихуя некрасиво даже. Что дальше? Робеспьер неуязвим. При нем половина гвардии. Мы на 10 шагов не подойдем. А я говорил. Но его популярность все меньше. Культ верховного существа, очистки. Если опозорим его, ему конец. И лучше всего будет сделать это на публике. Именно. Изобразим его опасным безумцем, и его власть мгновенно растает. Но нам нужны доказательства. Я знаю, с чего нам начать. Идешь? Увидимся. У меня есть еще пара дел. Марсово поле на зеленых лужах Крымового Маргасово поле в честь греческого бога армии. Здесь типа такое дерево, да, я так понимаю. Робеспьер, рано лишившийся отца, воспитали монахи Ротарианца, он был усердным учеником. Угу, угу. Ну, в общем... Зря сюда так прикибались-то. Так. Начать с последней контрольной точки, потому что... Поглядим,
Так, доказательства. Нам нужны доказательства. Письмо. Месье Робеспьер, помните, личные амбиции не должны затруднять свершение великого дела. Мы действуем... Письмо Жермена. Так тирана не свергнешь. Мелковато. Мерлен, Талиен, Бурдон, депутаты национального конвента. Списки политиков, составленные рукой человека, который любит посылать своих соперников на гильотину. Да, то, что мне нужно. Есть список. Депутаты конвента. Их там полсотни. Писал Робеспьер. Все это его противники. Не сомневаюсь, эти добрые люди будут удивлены, увидев список. Но сперва... У месье Робеспьера свои запасы. Отвлеки стражу. Есть мысли. Стражу отвлечь. Понял. Блять, это была хуёвая идея, короче, идти без... А,
без здоровья. Прям очень хуёво. То ядом атеизма, вооруженные, то кинжалами фанатизма, то ядом атеизма, не могут больше оторвать. Так, вооруженные, то кинжалами фанатизма, то ядом атеизма, они не могут больше оторвать мир. Вооруженные, то кинжалами фанатизма, то ядом атеизма. Простите, мадемуазель. Да. Народ, не страшись больше их кощунственные заговоры. Отойдите! Я столько раз здесь офейлился убежать. Я не знаю, нахуй. Количество фейлов, которые были за мной замечены, они зашкаливают. Не, ну хули, у меня нету этого, блядь. У меня здоровья нету. Мне бы в магазин был сходить, чтобы у меня... В магазин. Но тогда Элизу ёбнут. Вот и говори, называется, да, либо Элизу ёбнут, либо... То ядом атеизма не могут больше оторвать... Так, вооруженные то кинжалами фанатизма, то ядом атеизма, они не могут больше оторвать мир. Вооруженные то кинжалами фанатизма, Блять, какая она тяжелая, ёб твою мать. Если бы Элиза, блять, дала возможность смотаться до магаза, я прошел бы куда быстрее. А здесь так получается, что путь там плавал. Я уж думаю, может мне, типа, вот здесь подождать. Сейчас здесь, типа, выйдет вот этот вот выплёт, да, вот этот. Здесь крестьяне ходят. Свои запасы. Отвлеки стражу. Есть мысль. Стражу отвлечь. Понял. Наши преступные враги больше всего хотели бы изгнать из республики мудрость. Так у нас скрипт заново запустился. Толку-то? Спасения нет, только смерть. Не будем надеяться. Не уйдем.
Отстрелить! Не убежишь и не спрячешься! Я с тебя сбиваю строго! Мне, короче, есть одна мысль. Мы сейчас просто слетаем на газ и попробуем там затариться. Берсерк, может быть, даже не знаю. И, короче, блять, как-то надо, короче, это провернуть хуйню сейчас. Магаз ближайший здесь, вот он. В принципе, он не так далеко. Дайте обнаружить Лизу. Я не дам ее обнаружить, только в одном случае, если я сгоню магаз. И закупимся клинками берсерка. То есть пускай ее сейчас обнаружит, а мы клинками затаримся, успеем побрить. Блядь, как она далеко находится-то, ёптвою мать. Вот этого, если честно, я не ожидал. Ну прям по-бырому сгонять, слетать и все. Блядь, это запретная зона, что ли, была? Если в магаз, блядь, нельзя на фоне сходить. Мужчины в стороне. Чего вы говорите? За кого сражаешься? Вам нужно успокоиться. Я понял, ты рейлист. Стань с ним когнит, чтобы купить в магазине. Я бы с удовольствием это сделал. Можно в магазинчик сходить. Так, расходные материалы. Клинок берсерка. Мы его купим. Дальше мы купим лекарство. Блять, какой тут все, сука, дорогой. Это ебаный рот, блядь. Ёбана рот, какой тут все дорогой-то в ближний бой. Здоровье можно, в принципе, апнуть, здоровиться. Тоже броня, незаметность. А незаметность что у нас осталось обычно? Практически все апнуть. Так, ну ядовитые гранаточки, я думаю, если мы купим, то мы Элизу просто вынесем этим самым. Поэтому ядовитые гранаты мы не будем сами покупать. Очень опасно. Район инвалида. Он так реально называется? Район инвалида? Что-то я вот этого не понял момента. Ну, видимо, да. Вот, мы сейчас, короче, берем с вами клинок берсерка. А что за хуйня? Почему они за мной бежать начали? Дорогой, стой, подожди, а что за хуйня, я не понял. Пиздец.
ближе конец, тем сложнее миссия, нахуй. Я даже не знаю, мы вообще последнюю миссию пройдем. Я уже четвертый раз сдох. Меня что еще бесит? А, во-во-во, все. Смотрите, он сейчас пойдет своих пиздонить. В смысле? Он начал, блять, этот долбоебанище начал пиздить, короче, гражданских. Короче, он не то начал делать. Бля, вот это мы ёбнутые. А как вот это грохнутое, понять не надо. А может быть нужно зайти с другой стороны вообще, типа? Вы заметьте, он респаунится где-то вот здесь. Он просто выходит из вот этой вот будки. Так, дальше нам нужно взять призрачный клинок. Попробовать с него вынести. Педали, да, это просто нужно было по стелсу сделать. Это спрынья. Она вызывает видение. Словно сводит с ума. Но надо, чтобы он выглядел опасным. Список имен. Попадет в нужные руки. Случайно. Если нас заметят, то Жермен снова уйдет. Это оставь мне. А почему мне не дали поиграть за Элизу? У меня настолько горит от этого срака, что просто пиздец. Серьезно. Робеспьер славит свободу, а люди тысячами идут на гильотину. Будь Д'Антон жив, он бы этого не потерпел.
Затерявшийся в толпе называется. Мне тоже никто не поймет сюда. Герои Отечества, ваше благородие, это не близко. Если бы эти люди тиранили на этот мир, они не в состоянии уничтожить полностью. Человек, кто бы ты ни был, ты можешь иметь высокое представление о самом себе. Ты можешь считать свою мимолетную жизнь с самим Богом и с бессмертием. Так что... Слушай, эта миссия так оказывается легкая. Мы просто сейчас должны будем сделать вбросы вот сюда вот, и все. Считай, игра вся пройдена. Наши преступные враги больше всего хотели бы изгнать из республики мудрость. Будем пылки и упорны в нашем гневе против тиранов-заговорщиков. Будем не... Есть, правда, одно но. Нужно именно заходить с... сзади. И... Не подавающий? Да кем Робеспьер себя возомнил? В чем дело? Карманник! Ты куда смотрел? Верховное существо не исчезло. Знаете что? Он, короче, думает, что мы у него спиздили что-то. Бля, ты сука, это сейчас юмор был. Вы понимаете, то есть он считает, что мы у него что-то спиздили, и поэтому он там как агромонстр себя ведет сейчас. Ух ты ж, блядь, а вот здесь нелегко будет, если что. Блядь, а вот здесь ты будет нелегко. Там маска станет доступна, будет подложен. Все. Получилось. На этого хлыща. Теперь все завертится. Вот. Наши преступные враги больше всего хотели бы изгнать из республики мудрость. Только от мудрости зависит утвердить процветание государства. Это список недругов революции? Тут же полсотни имен. Робеспьер зашел слишком далеко. Сейчас. Поселились в курятник. Сейчас я Робеспьера тут. Что дальше? Ждем. Уже скоро. Без народной поддержки Робеспьер не будет нужен Жермену. И в этом случае... Он уязвим. Вперед. Все, мы прошли. Теперь осталась предпоследняя миссия. Последняя, и все. Если честно, подумайте, сосед не такой уж и длинный. По крайней мере, я вспоминаю, когда я проходил второго... Году в 2009. А то он реально был длинный. А здесь же все очень просто. Ну, смотрите, датчик прогресса. Конец Робеспьера, и все. Все. Одиночная игра выполнена 59. Так почему на 52? Говори, Сильва. О, мы здесь, кстати, можем с вами залезть на птичку.
Дом инвалидов. Что, мне вот тут зайти можно? Здесь, потому что очень многие разные штучки архитектуры можно изучать. Да, смотрите, можно зайти. Вау. Но это же собор. Парижский собор красивый очень, на самом деле. Архитектура прям вообще нравится. Ну, реально красиво очень. А выглядит. Тут, короче, в Ассасине можно исследовать, на самом деле, разные соборы, потому что, ну, в основном, какой известный собор? Это вот тот, вот, который Парижской Богоматери, по-моему. Ну, вот самый такой известный, по крайней мере, французский, который всех на слуху, который, я думаю, все знают. Ну, вот. Какие красивые фрески, всякие прикольные. Все на баш ларкнуться. Давайте прикупим чего-нибудь такое. Снаряжение, умение. Так, здесь нужен связь с интернетом. Оружие. Гвардейская сабля. Офицерская сабля. Моргенштерн. Ни хрена себе цены, блять. Может, офицерскую саблю купим? Смотрите, урон такой большой, ничего ж не такой. Рапира дороговато. У меня денег столько не хватит. Давайте купим офицерскую саблю. Она 5000 стоит. И ее можно еще улучшить. Вот, мы ее еще и улучшили. Вот. А улучшается она за счет... улучшается она за счет этой штуки, да? Кредит Хеликс... Нет, не Хеликс, как я не помню, как это называется. Стороне.
внимание! Что вы говорите? За кого сражаешься? Да, вам нужно успокоиться. Я понял, ты рыб. Обвиняйте меня, что получается. Странно, я улучшился, но при этом мне нихуя ничего лучше не стало. Я что-то не понял момент. Типа, мы ничего не улучшили, получается? В чем дело? Возможно, с Робеспьером мы перестарались. В смысле? Он арестован. Что? Он стал говорить о борьбе с врагами государства. И комитет ополчился на него. Его везут в Люксембургскую тюрьму. Казнь назначена уже на утро. Нам надо успеть раньше. Робеспьера на гильотину! Я не перестараюсь. Ни хрена себе. Что за... Что за черт? Это были гвардейцы. Эскорт Робеспьера. Черт, если он ушел... Не будем паниковать. Может, удастся понять, что случилось. Элиза, что случилось? Была засада. На нас напали солдаты парижской коммуны. Пытались вызволить пленников. Робеспьера убили? Не знаю. Я отстал, но видел,
что они ушли туда. Спасибо. Тебе бы ко врачу. Если его не освободили, скорее всего, он уже в тюрьме. А если нет, значит, они поблизости. Ведь сейчас половина города ненавидит Робеспьера. Я в тюрьму. А ты постарайся выследить нападавших. Ага. Куда они ушли? В ту сторону. Робеспьер. Его увели туда. Бегите! Вчера мы сдержим их до подхода подкреплений. Это Робеспьер, он освободился, что ли? Вся коммуна за вас! Спасибо, сержант. Благодарю вас за преданность. Идите внутрь. Скоро прибудут войска конвента. Конечно. Полностью вверяю себя вам. Что парижская коммуна, встав на сторону преступного Робеспьера, он открыто начала мятеж против народа. Отрядом в подчинении конвента приказано немедленно арестовать изменника Робеспьера и его сторонников. Гражданам временно рекомендуется не выходить из своих домов. Также да будет известно, что граждане Робеспьер, Анрион и их союзники объявлены вне закона. Любого, кто окажет им помощь, так же, как и их самих, будет ждать гильотина. Да здравствует Что-то.
Стойте! Знаете, что сделать? Просто пройти потихонечку задочку, ну, на задочку потихонечку прокрасться. Да, и все. Другого выхода у нас нет. Hit and run Симпсона. Да будет известно, что парижская коммуна, встав на сторону преступного Робеспьера, затем открыто начала мятеж против народа. Отрядом в подчинении конвента приказано немедленно арестовать изменника Робеспьера и его сыновей. Куда пошел? Обделался? Штаны надо сменить. Теперь наша задача, короче, как раз-таки подыскать место, куда нам нужно зайти. Здесь по-любому должно быть где-то вход какой-нибудь. Вот. Все вижу. Не знаю, кто здесь называет игру самым идеальным паркуром. Если честно, это, блять, пиздец. Вот серьезно вам скажу. Беспергинет на первом этаже сидит, чалится.
меня больше вопрос, а что дальше? Вот убьем мы... Нет, ну, в смысле, я понял, что убьем мы Робеспьера, все дела. Куда дальше лезть? Чего просто? Игра с самым лучшим паркуром, где нельзя тупо, блядь. Не знаю, кроме полукола здесь больше пока ничего не увидел. Давайте прокачаем навык отмычек тогда. Не знаю, нахуя. Сейчас, если мы тут это... Ну, знаете, единственная мысль такая, короче, взять и... Здесь же этот берсерк, нахуй. Берсерком этого пидораса ёбнуть. Если он кого-нибудь там зарубанит, это прям вообще будет огонь. Мне кажется, вот он тут мужик сейчас пристрелит просто.
закрылись нахуй. Стец просто. Короче, они вдвоем теперь заражены берсерком. И они... Сами за меня всю работу сделали. А, там еще Робеспьер сражается. Нихуя себе, какой дядька мощный. Ты приколись, там еще и Робеспьер херачится. Нихуя себе. Реально мощный дед. Ассасин. Уже нет. Где Жермен? Элиза. Времени мало. Где Жермен? Я ни за что не скажу. Пишите. Элиза настолько охуенная, что она, походу, всю стражу вынесла. Темпа? Ну, конечно. Наслаждайтесь правосудием революции. Им надо было добить его. А, ну они за ним пришли, все. Я так понимаю, Лиза, наверное, сообщила. Не вмешивайтесь в конфликты, блядь, я и вмешался. Все, все, у нас последняя с вами миссия, охуеть. Все. Я даже не думал, что мы так быстро закончим. Стал Жермена грохнуть, и все. Вся игра пройдена. Хотя мы ее долго проходили. Она вроде не долго, а вроде и долго. Ух, какая жара. Нам вот сюда надо идти. Жермен. Вот здесь Жермен находится у нас. Нам бы как-нибудь сюда фаст-тревелом бы захуячиться. Слушайте, я надеюсь, сейчас не будет никакой там пизделовки с солдат. Ну, мне просто уже это надоело. Я хочу уже просто жирнуть на это и все. Мне вот во всех ассасинах придалась механика, вот эта вся ассасинская к концу игры. Мне здесь то же самое. Хочется просто добрать его и все. Ah!
все, мы с вами закончили. Сейчас мы залазим к Жермену, 38 метров. Ну и, наверное, нам угроху надо. Будем еще с ним делать. Есть у меня одним ромка? Мы с вами утоварились. А это не тот ли случайно храм, который, помните, в начале в самом был? Который мы еще, типа, играли за какого-то дядьку, по-моему. Что-то похож больно на этот собор. Ну-ка. Бля, так это он и есть, походу, тамполь. Да, это есть, охуеть. Все. Разделимся. Не уверен, что... Так меньше шансов попасться. Ну да, пожалуй. Встречаемся внутри. Если увидишь Жермена, убей. Хотите, я вам концовку спойлерну, а? Мы же все равно уже в конце. Пиздец, это тут куча охранников. Ну, Жермен, конечно, ебать у него охрану тут. Жермен выстроил настоящую крепость. Как я и говорю. Так просто не попасть. Мы сейчас до Жермена-то займемся добираться. Ебать, у него реально крепость. 9 ходов. 62 стражника. Вы прикиньте. Не, просто вы прикиньте, если бы мы... Бля, вы просто представьте, что будет, если мы будем просто, короче... Бля, я сейчас в шоке, нахуй. Вот представляете, если мы сейчас всех 62 охранников будем выкашивать, дыма охуенно. Ну, это, конечно, в принципе-то это и невозможно.
Интересно, Жермен у нас вон там или нет? Подожди, а как я к Жермену попаду, если здесь все закрыто нахуй? И куда дальше? И чё? Бля, я рассчитывал, что мы всё-таки с вами сможем пройти-то. Кажется, нихуя мы здесь не пройдем. Возвращение блудного ассасина. Я так и подумал, когда Латуш перестал присылать мне деньги. От меня бесполезно прятаться. Вы мне изрядно надоели. Прямолинейно. Как? Что? Погоди!
Бля, мы вроде как и прошли, а вроде и нихуя называется. Гражданин, стой! Никуда не денешься! Труп! Прислужники Жермена должны умереть, сами понимаете. Причем все нахуй разом. Я бы, кстати, здесь отсинхронился, но чё-то мне как-то, знаете, лениво. С одной стороны, точка синхронки-то близко, блядь. Ну, хуй с ним, давайте отсинхронимся. Может, нам позволят спрыгнуть куда-нибудь там. Нужную точку. Зайдем. Здесь, вот!
Ох, Элиза. Элиза! Мадемуазель Делассер здесь. Какая чудная встреча. Спрячься и пусть говорит. Вы думали, час никогда не пробьет? Если у Франсуа Делассера нет сыновей, некому будет вас покарать? Значит, месть? Твой отец мыслил так же узко. А вы? Жажда власти, хороша широта взглядов. Прячься сколько хочешь. Все равно найду. Попался, ассасин! Власть? Нет, ты же умная девушка. Власть тут ни при чем. Самое главное — контроль. Чему тебя только отец учил? Орден стал слишком самодоволен. Ничто тебя не спасет. Веками нас интересовали только лишь внешние атрибуты власти. Титулы, чины, церковные и светские должности. Мы погрязли в той лжи, что сами плели для себя. Я убью вас! Тебе не уйти, мальчик. И что с того? Ну что ж, ассасин? Пиздец. Так, подождите, а как его убивать-то? Слушай! Жермен на самом деле не такой сложный. Я сейчас посмотрел, почитал. Типа мы должны его обижать. Когда не пробьет? Если у Франсуа де Лассера нет сыновей, некому будет вас покарать? Значит, месть? Твой отец мыслил так же узко. А вы? Жажда власти. Хороша широта взглядов. Власть? Нет. Ты же умная девушка. Власть тут не... Власть тут вовсе не при чем. Контроль, вот в чем все дело. Чему тебя только отец учил? Ты не уйдешь! Орден прогнил изнутри! Мы забыли свою цель! Ради страстей! Погрязли в той самой лжи, которую плели для черни! Тебе не уйти, мальчик. Ебать, какой Жермен хардкорный, нахуй. Короче, его нужно типа три раза ёбнуть, но он светит. Блять, пиздец, ёбаный Жермен. Вы думали, час никогда не пробьет? Если у Франсуа де Лассера нет сыновей, нет... Значит, месть? Твой отец... Месть? Твой отец мыслил так же узко. А вы? Жажда власти. Хороша широта взгляда. Жажда власти? Вздор. Власть тут вовсе ни при чем. Контроль, вот в чем все дело. Ты не уйдешь. Мне тебя жаль. Да, блядь. Да пиздец, блядь. Чему тебя только... Ебать, какая она хардкорная, блядь. Короче, Жермен имеет, блядь... Подожди, он имеет орлиное зрение. Он что, типа и ассасин, и тамплиер? Значит, месть?
Значит, месть! Твой отец мыслил так же узко. И что стало? Эсть, твой отец мыслил так же узко. Жажда власти? Вздор. Власть тут вовсе ни при чем. Контроль, вот в чем все дело. Почему? Наш орден прогнил уж... Наш орден прогнил изнутри. Мы забыли свою цель ради страстей. Прячь все сколько хочешь. Все равно... Все. Арно! Я застрял! Он уходит! Стой! Я почти! Я справлюсь! Нельзя! Одной нельзя! Жди меня! Прости! Элиза! 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 Элиза, нет! Нихера себе, он его вырезал. Так женщина башку распилила. Браво, злодей повержен. Именно так ты представлял себе эту сцену, да? Но меня здесь нет. Впрочем, нет и там. Сейчас я истекаю кровью на полу храма. Но, видимо, отец понимания решил дать нам время поговорить. О, это мой любимый момент. Ведь я тогда не понимал сути своих видений. Башни из золота и города, сияющие серебром. Я думал, что схожу с ума. Но затем попал сюда, в склеп де Мале. Тексты мне все объяснили. Объяснили что? То, что я как-то связан с ним, с Жаком де Мале. Что я был избран, дабы очистить орден от упадка и разврата, пронизавших его. Так он ассасин, получается. А затем очистить мир и возродить его в правде отца понимания. Не похоже, чтобы ты преуспел. Современники редко ценят пророка. Изгнание заставило меня пересмотреть свои методы.
Цель осталась прежней, изменились лишь средства. И цена не важна. Новый порядок – неизбежная смерть старого. А если люди будут бояться свободы, тем лучше. Хаос напомнит им, что они созданы для послушания. Здесь мы расстаемся. Подумай. Поступь прогресса неспешна, но неумолима, как ледник. Ты всего лишь чуть-чуть задержал неизбежное. Одна смерть не остановит прилив. И пусть не моя рука направит человечество обратно на верный путь, но это сделает. Помни об этом, когда будешь думать о ней. Кредо Братства Ассасинов всегда учило нас тому, что все дозволено. Я думал, мы можем делать все, что хотим. Отстаивать идеалы любой ценой. Имперский. Теперь я понял. Это не разрешение, это предупреждение. Идеалы слишком легко могут стать догмой, а догма станет фанатизмом. Над нами нет никакого высшего суда. Нет сурового божества, что будет карать нас за наши грехи. В итоге, только мы сами стражи своим страстям. Лишь нам решать, не слишком ли дорога цена нашего пути. Мы считаем себя избавителями, спасителями, мстителями. Ведем кровавую войну против них, всех тех, кто против нас. Мечтаем оставить свой след в мире. Даже отдавая жизни в боях, о которых никогда не напишут в учебниках истории. Наша суть и наши поступки – начало и конец. В нас самих. Ну, и типа все. Много лет спустя. Это ж Наполеон. Причем он с Арно. Я так понял, что Арно даже не стал возвращаться к этим, к ассасинам, что ли? Вообще отдельно стал, что ли? Вместе с Наполеоном, я так понял, подходит. Очень понятно. Черепа какие-то показываются. Много черепов, нихера себе, черепов много.
Ну и типа все. Типа все. Сюжетку мы все добили. Я, если честно говоря, не понял. У меня такое ощущение, что игра, она немного не закончена. Серьезно. Как будто бы она чего-то в ней не хватает. Вот серьезно. Что-то в ней вот. Вот чего-то в ней не хватило. Я не знаю, чего нахер. Но что-то в ней не хватило. Смысла проходить дополнение мы, может быть, даже и действительно не будем, потому что, ну, что там павшие короли. Там про Наполеона, по-моему, будет. Ну, может, и пройдем, посмотрим. Вот. Вот так в любом случае все. Тут вот письмо, кстати, где-то лежать должно от Элизы. Давайте прочитаем. Если есть он. То что-то как-то. Вот, письмо одно. Так, прочитать письма. Любовь моя, пока я пишу это, Париж. Любовь моя, пока я пишу это, ты еще спишь. Если проснешься, я, конечно, на... Подожди, ничего. Любовь моя, пока я пишу это, ты еще спишь. Если проснешься, я, конечно, найду оправдание. Но сейчас ты так сладко дремлешь. Завтрашний день — завершение 5 долгих лет. День нашей мести. Но меня не покидает ощущение, что в ключевой момент ты отступишь. Понятно. Боюсь ли я, что ты недостаточно любил моего отца? Или опасаюсь, не дрогнет ли у тебя рука? Едва ли. Я знаю, что ты многое потерял. И не вынесешь новых потерь. Ты позволил... Ну, Лиза, в принципе, знала, так получается. То есть она знала, что она может помереть. Но думал ли ты обо мне? Почему ты решил, что я смогла бы принять такой выбор? Это мой... Ей просто главное было, короче, долбануть Жермена. И, в принципе, то есть такая странная история получается. Хорошо? Типа, Арно... Ему вообще я похуй на братство, я смотрю особо. Он Жермена искал, да и как всех там Польеров, чисто ради того, чтобы, ну, как бы отомстить за смерть отца Элизы и за смерть своего отца. Все. Его оттуда выпиздили. Я так понимаю, что он, наверное, и не вернулся. Любовь моя. Люблю всем сердцем, Элиза. Угу. О, Арно, что ты наделал? Знаю, у нас вышла размолвка, но к чему тебе ассасины? К чему тебе, говорит, ассасины? Отец не просто так тебя предостерегал. Их кредо — точно вино. Поначалу кажется сладким и приятно кружит голову, но когда его... Ну, понятно, она, в общем, отговаривала его быть от этого. А я Арно смотрю, в принципе. Но как будто бы чего-то в игре не хватило. Я, блядь, понять не могу, чего. Вау, смотрите, на меч дали, которым этот, ну вы поняли, этот сражался. Рента. Если мы захотим пройти, получается... О, господи, как много всего. Ёб твою мать. Задание. Thank you.
Я, кстати, знаете, что я так и не понял? А павших королей что, здесь нету у меня, что ли? Хуёво дело. Ну, ладно. Я думаю, на этом-то мы завершаем нашу игру. Потому что здесь, в принципе, кроме бегать по Парижу, изучать его, ну, я даже не знаю, есть ли смысл. Ну, может быть, мы с вами как-нибудь еще вернемся к этой игре. Потому что у нас много других интересных игр сейчас. Ну, в принципе, я доволен. Все довольно-таки неплохо. Но сюжет имеет незавершенность, мать его. И это прям вот, это прям очень четко видно. Он реально какой-то незавершенный. Как будто бы чего-то не хватает. Вот. А так все, всем. Давайте вот вора сейчас поймаем. Всем пока, подписывайтесь на канал, лайки ставьте, еще в следующем. Прохождение, мы с вами увидимся. Все, всем пока.